Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Буфсиновский. Сделаю несколько бесплатных уроков, как будем расти как разработчики. Итак, проект DevHackers есть на сайте spb-tut.ru и есть на Git. Будем работать с Git, будем работать с командой. В общем-то, погнали. Сейчас коротко входные условия, так как участники уже учатся. Все ссылки будут в описании. Первая ссылка – виртуальное окружение, раздел «Подготовка», 6 и установка виртуального и окружения. Значит, дальше набираем «Toga Python». Открываем Toga. Нам понадобятся следующие вещи. Поэтому здесь будет ссылка. Значит, смотрите. В описании тоже будет ссылка, где вы перейдете по ней. И вторая статья. Рассказал шаги, которые помогут стать профессиональным разработчиком на примере Кати. Иными словами, здесь 4 пункта. Что это значит? Значит, первое. Для того, чтобы стать разработчиком, мы будем действовать в 4 направлениях. Первое направление, мы будем работать с туториалом «Первичные знания». Второе направление, мы будем работать с документацией, потому что работа программиста – это и есть документация. Третье направление – мы будем работать с исходным кодом, чтобы получить два результата. Первый результат – это понимать, как писать вообще представление, не гадать, не лазить, не искать, а понимать. Иными словами, когда мы будем разбираться в классе, который отвечает, например, за окно, то мы сможем осознанно писать. До этого, ребят, это я говорю новичкам, которые только с этого видео начали, я ребятам уже дал задание, подсказал, да, разобраться в классе App, класс App. А перед этим у них было задание какое? Разобраться, какой последовательности вы собираетесь работать. Иными словами, у нас сначала должен сложиться план, чтобы не гадать, что из себя представляет приложение. На выходе мы должны написать, каждый участник в DevHackers должен написать первое, само приложение. Сделать из него веб-сайт и мобильное. То есть три в одном. Десктопное, мобильное и веб-сайт. Каждый из которых потом можно, по сути, развивать отдельно. Кроме этого, технологии, которые будут постигаться с исходного кода, вот их как раз-таки при написании приложения и надо использовать. Но это еще не все. Ведь приложение, которое мы будем писать, оно должно что-то делать. И следующим, последним пунктом будет это встраивание, желательно, какой-то функции на искусственном интеллекте. Да? Вот этот сам порядок работы, который опирается на документацию, исходный код, понимание ответит на следующие вопросы. Первым вопросом, что так можно подходить к любой библиотеке и понимать, осознанно писать на ней. Раз. Второе. Черпать идеи нужно с профессионального кода и их использовать при написании самого приложения. Это два. Третье. Встраивать приложение, опираясь и на API, и на исходный код. Четвертое. Изучать язык правильно. Кроме того, что в школе мы изучаем язык определенным образом, на главной странице можно посмотреть. Здесь, используя исходный код, будем использовать также документацию Python.
И изучать те вещи, которые действительно нужны каждодневной практике, и постигать технологии языка программирования, чтобы писать потом приложения, такие как Toga, то есть свои продукты. Вот, в принципе, и все. Какие дал ссылки, какие не дал, в любом случае надо быть в школе и в проекте DevHackers. Проект и в школе, и на GitHub. Итак, а теперь у нас первое задание, которое я дал, просто подмогу немного. Например, Артуру Немера я сказал, что файл с тога appy и класса appy у него должен быть настольным, и в конце концов он должен рассказать. Ну что ж, а мы с вами начнем, а продолжим уже в следующем уроке. А начнем следующий. Давайте сначала разбираться с чем. А что, как работает вот этот продукт? Первое, что мы откроем, туториал и почитаем. Это у нас не туториал, туториал у нас здесь. И давайте посмотрим. Первое приложение. Тут идет настройка среды разработки. Установите, здесь есть показано, как установить. Раньше указал, как среду разработки настроить на сайте. И дальше мы видим следующий момент. Само приложение. Но пока от нас уплывает, как оно работает, что куда встраивается. Посему нам вторым шагом будет правильным открыть что? Правильно. Открыть API. И нас интересует сейчас в API application. Иными словами, мы предполагаем с вами, что так как это будет десктопное приложение в виде окна, значит, что-то за него должно отвечать. Когда мы открываем API, то видим следующий метод, который нам говорится. AppMineLog. Вот здесь уже надо тот момент, когда надо пройти в документацию, понять, что и как происходит. Поэтому вы можете пользоваться любой средой разработки, VS Code, PyCharm, я буду пользоваться Emacs, да, мне так удобнее. Но это не важно на самом деле. Так как не у всех там понимание, где что искать, поэтому я просто открою файл appy, найти его просто, вводите toga python, дальше находите на главной странице и стоп, это не то. Вот toga bv, да, и нажимаете исходный код. Далее нам надо открыть нет, не ядро. Далее нам надо открыть toga и посмотреть. Что же нам надо посмотреть? Сейчас посмотрим, как-то давно не был здесь, все на компьютере уже. Так, порядок какой будет. Вот, нашел. У меня все сохранено давно. Значит, сначала открываем тога, потом открываем ядро. И вот тут открываются файлы, да? И здесь мы находим файл appy. Вот это тот файл, который нам и нужен. Toga ядро src toga appy. И здесь нас интересует в первую очередь класс app. Мы можем при помощи поиска искать. Так, немножко не то, потому что нас интересует конкретно класс app, он ниже класс app. Второе, что нас интересует, это метод, о котором мы прочитали. На страницу
API и видим app my loop, у нас возникает вопрос, что это экземпляр. Да, экземпляр, я думаю. И запуск метода. Мы видим здесь вообще два примера кода. Один на, где используется экземпляр, то есть можно использовать только функции. А второй, это написание класса. И опять мы видим myLoop. Да? Отлично. Нам надо найти этот метод myLoop. И мы его находим. MyLoop. Далее мы с вами открываем наше приложение и пишем. Первое. Я для себя так понимаю, вы для себя короче напишите. Либо экземпляр, либо класс, либо класс. Второе. Запуск метода. MindLoop. Итак, теперь вывожу истину для вас. В большинстве своем люди берут и тупо повторяют за кем-то там что-то делать, да, библиотеку, например, берут там и пишут приложение, повторяют. При этом в исходный код не заглядывают, потому что там ничего не понимают. В школе Бовсуновска учат именно работать с исходным кодом. Ну и документации не бывает, потому что там тоже ничего не понятно. В школе Бовсуновского тоже этому учат. Но все-таки я говорю, что, ребят, чем быстрее придете к документации исходному коду, тем будет лучше. Итак, поехали дальше. Условие, которое мы с вами прочитали, для нас понятно. То есть, по минимуму мы должны создать класс или экземпляр, то есть, либо наследовать toggle app от самого класса наследовать, либо экземпляр. И вот тут нам и поняли, чтобы запустить все приложение MyLoop. Но на самом деле, давайте пойдем в исходный код и начинаем сразу открывать рот и удивляться. Это же Russell Kate Magee, ребят. Это вам не хухры-мухры. Здесь не будет, здесь настолько все будет круто. Поэтому именно с таких приложений надо учиться. Ну что ж, а с чего мы начнем учиться? Если вы думали, что просто посмотрел и все, да вот ни хрена не получится. А вот мы первое удивление получаем. Объявлен класс App. И мы видим, что в начале App, вообще не являясь никаким экземпляром, внутри класса объявлено нет. Далее нас с вами ожидает второй интересный факт. А логика, то есть здесь вообще вся из классической выбивается вообще, мы не видим ссылку на экземпляр. Иными словами, вот такой конструкции мы здесь не видим. Здесь что-то очень интересное и очень крутое, и это стоит изучения. Если мы откроем, кто не знает, классическую вещь, иными словами, когда происходит следующее, объявляется класс, дальше метод init и дальше ссылка на экземпляр класса, которая присваивается определенное значение в памяти, то есть являясь объектом, определенным объектом, да?
Здесь мы встречаем совершенно иное. То есть мы ссылку на экземпляр класса не наблюдаем. И вот тут становится очень интересно, а как же это работает? Тем не менее, мы с вами на выходе должны получить полное понимание, как работает окно. Итак, что у нас уже есть в арсенале? В арсенале мы начинаем себе помечать. Конечно, это неправильный вариант пометок, поэтому сделаем это правильно. Для этого я сейчас сделаю следующее. Зайду в этот проект, где у меня... обратите внимание, мы сразу работаем с репозиторием. Уроки для участников школы, они знают. Заходите на главную страницу, то есть у каждого свой репозиторий, каждый работает, чтобы в своей ветке. Есть уроки, есть инструкции, могут как-то переименоваться, но там вы увидите уроки по гид, да? Иными словами, мы сразу работаем с репо, и каждый будет иметь свою ветку. Потом будем учиться работать в команде и так далее. Поэтому в своей ветке я делаю все, что хочу. Я создаю, у меня есть файл appy, я создаю документ. И переименовываю его. Вам это не надо делать. Вам где удобно пишите. А я переименовываю, чтобы мне понимать, app, только org. То есть формат org. После этого я могу открыть этот файл. И начать работать с ним. Теперь я записываю для себя, что мне надо. Итак, класс App. Первое. Смотрите, в любой библиотеке, в Django, Pandas, PyTorch. Есть определенный порядок, который вкладывал разработчик. Не надо ничего гадать, надо просто в этом разобраться. В данном случае очевидно, и это очевидно из того, что написал Рассел Кейт Маги в Application, то, что мы можем прочитать, он прямо написал. App – это верхний уровень любой программы с графическим интерфейсом. Это менеджер всех других частей приложения. Главное окно и события генерируются как пользовательский ввод. Да? Когда мы создаем приложение, нам необходимо указать ему имя и идентификатор. Тут тоже не все так просто, ребят. То есть здесь все очень круто, поэтому я хочу понять. Дальше указывается, ведь это, я сказал, это высший пилотаж. Рассел Кейт Маги четко понимает, что программист, который не бывает документации, он будет профан. Поэтому что такое ID он скорее не будет знать, поэтому подумал, надо позаботиться за дурака. И найти что-то, да? То есть получается какие-то вещи будут происходить, но... Имя все равно появится, откуда ни возьмись, будем разбираться. После создания приложения вам следует вызвать метод mainloop, который передает выполнение нашей программы toggle по созданию интерфейса. Ну и дальше абсолютный минимум. Ну что ж, все очень интересно. А мы хотим с вами быть разработчиками, а не просто писать, то ума много тут не надо по этому приложению вот этот код написать. Да, вот разобраться, почему именно так, вот это интереснее. Почему мы с вами делаем следующий шаг и записываем? А записываем следующее.
Итак, действие первое. А действие первое – это экземпляр, либо тога up. Так, то есть создание. Отлично. В этом мы с вами разобрались. В этом мы с вами разобрались, что мы видим код, что идет импорт, начинается первая функция, при этом имя apps маленьких букв, которое действительно окажется экземпляром, очень странным образом, если честно сказать. Да? Либо второй вариант, то есть можно писать, нам дает выбор, это недавно появилось, кстати, не так давно. Либо на функциях полностью, либо на классах, то есть в OOP. То есть мы просто создаем класс, но тогда наследуется от тога app, от того класса. Дальше мы видим методы, пока будем считать, что мы ничего не понимаем. Да? Ведь многие из вас действительно ничего не понимают, что к чему. Второе, что мы с вами представили четко, что что у Рассела Кейта Маги есть хорошая привычка, вы ее тоже возьмите. Это и в Джанго происходит, и здесь. Смотрите, он вверху пишет up main up. Дальше идет атрибут main loop. Отлично. То есть он сразу пишет, что нужно для запуска. Само приложение, которое будет в себе иметь интерфейс. И вот main loop. А уже те, кто смотрит, уже что, нервно дергая пальчиками, потому что, чтобы стать программистом, все пальчиками по клавиатуре, да, уже нервно набирая, что такое name, Python, и ищу, да, и нервно набираю, что такое main, да, и изучаю самостоятельно, да, но это не надо пропустить. Почему? Потому что Валерий Иванович что рассказывает? Есть такое понятие, как система работы с кодом. Мы не можем себе позволить роскоши возвращаться к одним и тем же вещам дважды. Почему? В нашем приложении не должно быть кода, который мы не понимаем. Если вот эта вещь используется постоянно, значит мы ее должны понимать прекрасно. Да? Поэтому, что это за конструкция языка name равная main, и функция main, которая запускает, давайте посмотрим, и функция main, есть ли она там, я не знаю. Bile function, ищем буквочку M, и тут мы ее не видим, значит, какая-то другая функция, да? И что это за функция? Правильно, что не видим, мы ее не должны видеть, давайте присмотримся к коду. А, вот она, оказывается, вот она сама, да? Вот. Но, тем не менее, такое действие, когда не понимаете, кто сказал, иногда полезно. Потом это придет. Итак, мы запускаем нашу функцию и наш метод. Вполне себе нормально. А откуда он берется, разберитесь с этими строками. Отлично. Итак, первый уровень. Дальше давайте напишем второе. Для запуска приложения нам нужно... Метод. Ребят, я вам специально показываю, что не бежать надо. Чем быстрее побежите, чем дальше будете. А надо разбираться.
Так вот, и записываем main loop. Дальше, что нам необходимо сделать, это взять файл, дальше найти строку 586 на данный момент, скопировать ссылку и вставить сюда, так как учат разработчики Django. Отлично. Вот теперь нас интересует вопрос, что же там происходит. А почему, сейчас я уже следующее, потому что в школе уроки по 10 минут, но тут чуть больше, так как, не знаю почему. Хотя хотелось бы взглянуть на этот метод main loop. Итак, давайте переведем, чего здесь там написано. Здесь написано, что вызов приложения для обработки пользовательского ввода. Этот метод обычно означает только поле выхода после выхода из приложения. Хорошо. Здесь, когда мы взглянули на этот метод, мы видим интересную вещь. Вот тут у нас появляется self. Понятно. Мне понятно, вам объясню. Как вы думаете, зачем? Да это, чтобы это прямая ссылка на память получается. Но теперь вопрос стоим. Я всегда своим ученикам говорю, что перед нами за объект. Давайте вспомним, что же такое объект. Это легко посмотреть, но мы выделим то, что нам надо конкретно для работы. Зайдем в Python, откроем документацию, откроем Lang и посмотрим объект тип значения. Здесь, в принципе, для дураков написано сразу очень простыми словами, но это никто не читает. Каждый объект имеет идентификатор, мы это упустим, это для Python, это для нас понятно, типы значения. Вот это вот нам интересно. Идентичность никогда не изменяется, вы можете думать об этом как адрес памяти. Вот здесь кто смотрит нервно, да, пальчиками клавиатуры лезут в язык программирования C++. C++. Можно на официальный сайт, как Катюша делает. Можно в Microsoft, но здесь вводим мы Object. И начинаем читать, откуда ноги растут у объекта. Тут у вас будет Object Function, с него можно начать и так далее. Да? То есть читаем, и все здесь работает так же и в любом другом языке. Все объекты, ноги растут именно C языка. Да? Но я рекомендую C не изучать, а изучать сразу C++, чтобы полностью научиться реализовывать объектно-ориентированное программирование. Не возвращайтесь к старому, да, идите вперед. Получится сейчас просто с бухты-барахты, поэтому, скорее всего, придется обзавестись пай-тестом, либо где-то в каких-то случаях Jupyter ноутбук. Но в любом случае, сначала, перед тем, как выяснить main loop, хотелось бы понять, откуда берется экземпляр и чему вообще это присваивается, чему это значение вообще равно, да? То есть мы видим, что апноны, почему? Потому что у нас вся логика, мы не понимаем, что к чему потом писать, так как мы видим, с вами говорили ранее, что ни одной ссылки в виде self на экземпляр класса нет. Все параметры не обязательные, мы видим только обязательно окно iterable, но если мы промотаем выше, то видим Windows Set, видим iterable здесь. Иными словами, это касается добавления окон, но никак не главного окна. Посему это на процесс не влияет.
Значит, получается, что мы можем промотать, и вот тут действительно приходит прекрасная привычка Рассела Кейта Маги, который очень четко все комментирует. Откроем же, зачем нам открывать вообще-то? Давайте-ка мы переведем вот этот фрагмент кода, где все должно описано. Тем более мы здесь видим такие вещи, как параметры, да, то есть везде есть такие вещи, как параметры. Читаем. App – это верхний уровень любой программы с графическим интерфейсом. Это мы себе записали и уяснили. Прекрасно. Приложение, то есть App, является менеджером всех остальных аспектов исполнения. Иными словами, мы для себя отмечаем, значит, с классом App нам придется разобраться основательно. При этом разобраться для чего? Чтобы писать такой класс App в своих приложениях и чтобы вообще писать графический интерфейс. То есть то, что мы будем постигать с кодом, мы будем, конечно же, использовать, потому что нам же надо писать свою логику. Приложение будет иметь обычно главное окно. Это окно будет содержать виджеты, с помощью которых пользователь будет вставлять. Вот тут у нас сразу возникает пока вопрос, как они будут работать. Но это позже. Когда вы создаете приложение, вам необходимо указать имя, идентификатор уникальности. Нам необходимо указать разработчикам, да? По соглашению, то есть по умолчанию, идентификатор представляет собой перевернутое доменное имя. Здесь тот момент, когда надо взглянуть на это. И взглянуть мы видим действительно, так ведется работа в Android приложениях, да, то есть перевернутое доменное имя, которое является пак, директорией и так далее. Итак, мы понимаем, что уже по минимуму для того, чтобы наше приложение работало, нам надо по минимуму, мы уже видим два параметра, которые, как мы видим, являются типом данных строка. Дальше будем разбираться. Функция, которая должна, значит, перевернутое имя и необязательный запуск функция, то есть запуск функция. И смотрите дальше. Функция запуск создает исходный пользовательский интерфейс. Если функция запуска не предусмотрена, то мы должны запустить метод startup. Ага, до этого не дошли еще. Поехали дальше. Вот тут начинается самое интересное. Если имя и ID не указаны, что будет делать приложение? Попытается найти метаданные. Вот тут уже для нас интересно. Ну что ж, давайте смотреть. Вот тут, кажется, у нас начинает выплывать какая-то логика, первое понимание, которое мы можем записать себе и пометить то, что, на что мы обратили внимание. Метадата. Иными словами, во как все закручено. Вопрос стоит. Вот тут мы должны заинтересоваться и подумать, хорошо, метадата, это прекрасно, но что это такое? Это самописная вещь или это стандартная вещь? Этот процесс определит модуль, в котором приложение класс определен и найдет файл dist.info, соответствующий его и этому имени. После создания вам следует вызвать метод mainloop, о котором мы говорили. Иными словами, который запустит цикл событий. Вот тут становится понятно. В любом случае это будет цикл. Цикл. Теперь мы начинаем сначала постигать общую информацию, потому что видим слово параметр. Да? Формальное имя будет получено из метаданных упаковки, если не предоставлено. Иными словами, запоминаем для себя. Никогда мы не надеемся на пользователя. Все должно, вы позаботитесь. Считайте, что пользователь ничего не знает. Он не умеха. Поэтому если вы решили, что пользователь должен что-то ввести, напишите, чтобы ему было приятно. А сделайте так, как делает Рассел Кейт Маги. Все реализуйте сами.
Запомнили, да, ребятушку? Второй обязательный параметр, который нам указан, это ID. Уникальный идентификатор приложения. Это будет переверное доменное имя. Например, org.bv.myapp будет получен из метаданных упаковки, если они не предоставлены. Пока дальше мы модули не рассматриваем, все это чуть позже. Сейчас нас интересует минимум, который нам нужен для запуска. И здесь мы читаем, что если мы не указали, значит, оно будет все равно получено. Вопрос как? Это нас должно интересовать. Почему сейчас мы с вами вот это как раз и должны будем выяснять. У нас здесь появляется перед этим метаданных два вопроса, которые мы хотели бы проработать. Так все-таки, как же появляется экземпляр класса, как? Второе. Значит, нам надо это проверить, иначе мы не сможем понимать код, да, мы не сможем писать осознанно. Второе, что же self там делает? Self мы видели, да, в коде, в классе, но что это? Понимаете, мы то привыкли как? Мы привыкли, что self в классическом варианте – это ссылка на экземпляр класса. Да, верно. А здесь, возможно, это и так. Но нам ведь надо убедиться, на что эта ссылка. Что мы будем подразумевать под self вот в этом конкретном коде. И ведь этот код очень интересный. Потом его можно использовать в своих приложениях, потому что он очень быстро работает. Это уже интересно. А вот когда вот это узнав, мы поняли, что... Еще себе здесь записываю. Минимум, да? Минимум для запуска. И здесь мы можем что сделать? А здесь мы просто-напросто что делаем? Идем, берем минимальное приложение, оно будет где? Оно будет точно в API. Просто много у меня открыто, ладно, открою по-новому. Ну, когда видео пишет, немножко не то. Значит, мы берем application, и, в принципе, здесь как раз есть то, что нам и надо. Мы это копируем. И вносим себе сюда минимум для запуска. И я что делаю? Все правильно. Так, у меня какой язык тут? Ой, не вышло я. Maybe. И я себе записал минимальный код, который нужен. При этом я могу себе прокомментировать следующее. Ребят, я вас учу, как разбираться. Сейчас возьмем истину. Итак, Минимум у нас получается app ID. ID. И второе, которое вещь нам надо, это name. Формальное имя. Формаль name, то есть имя приложения. Вполне здесь мы видим нормальную логику. Во-первых, имя у нас могут быть разные приложения. Во-вторых, конечно, надо ID. Почему? Потому что главное окно будет, например, иметь ID 1.
Как узнать, что открыто первое, второе, третье окно, что открыто окно с кнопкой, оно, конечно, будет иметь свое ID, поэтому ID должен быть обязательно. Здесь мы уже поняли и в нашу логику все вложилось. Но у нас стоит вопрос, хорошо, если я не указал имя, ведь дальше говорится о том, что оно будет взято, если не указано, поэтому пишем следующую вещь и пишем, смета данных. У нас здесь возникает еще два вопроса. Метадата — это самописная функция или мы впишем себе метадата. Ох, не то написал. Ладно. Отлично. Зачем мы это будем делать? Ребят, нас интересуют две вещи. Это безопасность, скорость, даже тоже обращение метадаты, лишние действия. Они ни к чему хорошему не приведут в любом случае. Это подстраховка. И вот здесь мы себе сразу записываем следующий вопрос, который нам очень интересен. Как это работает? Что нам интересно в вопросе, как это работает? Нас интересует только вещь, одни исключения. Мы же собираемся стать разработчиками и разрабатывать свои приложения. Как это будет реализовано, там ума много не надо. Вопрос исключения, что... где, когда проверяется. И тогда станет понятно, зачем. То есть в метадата, во-первых, надо выяснить, что это такое, где она находится, как это работает. И смотрите, вот этот пункт метадаты, извлечение того, что пользователь не сделал, нам пригодится потом в нашей практике. Что бы вы ни писали, вы сможете взять это понимание кода реализовать, чтобы, да, вы пользователю написали, что, ребята, парни, вы там укажите имя, а сами думаете, если не укажут, я сделаю то-то, 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 оно все равно появится. И пользователь рад, и вы рады, что приложение работает безопасно и все классно. Итак, пока все на этом, да? Смотрите, мы еще даже не начали заниматься, сколько поставили вопросов. Как вы думаете, именно таким способом мы разберемся в таких вещах, а нам надо разобраться, я сейчас подведу итог, перечислю. Первое. Мы поставили себе задачу писать осознанно. То есть осознанно — это значит опираться на исходный код и документацию. Но в ней надо понимать, да? То есть ставить какие-то вопросы, чтобы мы... Значит, какой у нас вытек вопрос логический? Что нам надо вот перед нами библиотека определить, как она работает. И первый пункт, который мы определили, конечно же, был, с чего все начинается. Вы себе запоминаете, я говорю для галочки. Любое приложение, какое бы вы ни взяли, в любом языке, оно имеет всегда что-то главное, на чем все основано. Секрет. Как правило, разработчик это главное всегда показывает в первом коде. Как здесь, да? Платформа есть, платформу показал. То есть никуда идти не надо. Третье. Нас интересует абсолютный минимум для запуска приложения. Нас интересует логика написания нашего приложения, то есть самих там виджетов, да? Но мы ведь увидели, что здесь нету ссылки на экземпляр, о котором мы говорили. В стандартном понимании, как это обычно делается в языке. Здесь что-то такое, что нам пока непонятно. В классе App просто мы видим
только одно self, которое определяет ссылку на экземпляр функции init, которая является начальными, да, значениями класса, который будет передаваться. Но сами атрибуты, да, они не имеют ссылки на экземпляр, иными словами, они не предназначены извне использовать экземпляр класса. Вот интересно, согласитесь. Очень круто. Но при этом, также, как вы видите, приложение написано с большой заботой. Иными словами, Russell Cate Magee понимает, что будет писать и новичок, который ни хрена не понимает, и сюда он никогда не залезет. И опытный пользователь, который зайдет, он увидит и скажет: нифига себе, здесь что-то интересное. И сразу у опытного разработчика будет пониматься, откуда же у нас возьмется экземпляр класса и почему вот здесь ничего обязательного. Как вообще будут работать окна, если непонятно, где первое, где второе, где третье. Но мы с вами уже прочитали, что это метадата. Вопросов море, да, а кода пока не написали. Но с этого урока в сухом остатке у нас осталось две вещи. Для минимума приложения нам надо указать либо app, либо toggle app, и минимум два, значит, параметра, которыми является идентификатор app.id и формальное, формал name, то есть формальное имя приложения. При этом мы четко еще уяснили себе на данном этапе, что для того, чтобы наше приложение заработало, нам надо запустить метод mainLoop, который запускает, что вы там читали, ребята, обратите внимание, цикл событий. То есть вот это уже сразу понятно, да? То есть пойдет итерация, отлично, того, что есть на интерфейсе, там кнопки, виджеты. Но Russell Cate Magee нас насторожил. Он сказал, если вы не укажете, то будет все происходить при помощи чего? Метадаты. Что такое метадата, на данный момент мы пока не знаем, нам надо разобраться. Но прежде чем разобраться с метадатой, мы думаем, если нету self вот здесь все-таки, а это же явно, явно, понимаете, здесь явно указан экземпляр класса, да? А здесь вот класс, да, то есть наследование от самого класса. И для нас, сразу для программистов становится вопрос, экземпляр и класс работают по-разному, а тут одинаково. Что же здесь не так? Значит, все-таки получается. Нет, тут мы получаем ответ как раз-таки уже, ребят. Я до конца тянул, но здесь я уже вам говорю, смотрите. А экземпляр вот тут вот появляется. App присвоит значение myApp, то есть экземпляр вот появился. И дальше экземпляр класса запускает метод mainLoop. То есть опять мы переходим в классику. Значит, у нас все равно остается вопрос, а почему же там нет всех этих вещей, да? Что за хитрости использовал Russell Cate Magee в этих примерах? Ребят, видео длинное. Но вот так можно стать программистом, если разбираться вот так, да, то и будем делать. Ссылка на урок будет добавлена в описании, так что все посмотрите, да. spb-tut.ru